Она меня избивала, унижала, обращалась как животное. Поступило заявление об отзыве исполнительного документа от Сальниковой Елены Анатольевны. Данное исполнительное производство окончено в связи с отзывом. Забайкальцы поддержали меня и моего отца в такой ситуации, несмотря на всю ту грязь, которая на нас лилась. Я рада еще то, что судебные приставы поступили по совести, то, что мне разрешили остаться с отцом. Елена Анатольевна отозвала иск по поводу производства приставов по передаче ребенка ей. То есть ребенок остается жить со мной. Большое хочу спасибо сказать всем, кто помогал в этой победе. Все-таки правда победила. Сильнее тот, кто правду имеет.